Ребятки, привет! Рисуем с вами портретик пандочки, королевы. Кто не против, а может это будет король, но сделаем королеву. Нарисуем ей там какой-нибудь бантик еще на ушке. Для этого, значит, я возьму черную красочку, белую. Возьму еще я... Ну, да пусть будет красный. Ой, красный. Желтый, желтый, красный, да, может и синий, да вот и синий возьму. А вот и зеленый прихвачу тоже. Так что по цветам у нас черный, синий, зеленый, красный, желтый, черный, синий, зеленый, красный, желтый, белый. Это у нас, значит, 6 цветов. Водичка, салфеточка, палитрочка. И нарисуем нашу нарядную пандочку, кисточки. Кисточки вот такую я возьму, вот такую. Так, промываем кисточку хорошо в водичке. Вот так вот. Об краешек и беленький цвет я наберу. Беленький. Беленький наберу. Моя кисточка пачкается. Очень прекрасно. Красочки гуашь. Беленький я наберу. Можно, конечно, и губочкой все это нарисовать, но мы нарисуем это делать кисточкой. Так, давайте сначала нарисуем посерединке два таких вот кружочка. И вокруг этих двух кружочков нарисуем еще вот такую вот голова. Голова нашего мишка-панда. Панда. Панда беленьким закрашиваем. Сразу все беленьким, пусть сохнет. Я прям с банки возьму, вот только белым цветом работаю, поэтому мне очень и хорошо беленьким. Вот так. Оставлю эти красные, пусть будут они. И нарисую, давайте тело теперь раз наметим сразу. Вот так вот. С палитрочки возьму. И тоже закрашу все это дело. А сделаю потолще. Вот так полукруга два рисуем. Давайте полукруг. Придерживаем листик. Так, и все это тоже я беленьким закрашу. Не хватило. Еще наложу, возьму, добавлю. Оживлю, наложу, возьму, добавлю красочку. Вот так. Как красиво беленьким цветом все ровненько закрасим. Тут даже портрет такой наполовину. Можно сделать потолще нашу пандочку, конечно, потолще. Ну, пусть вот так вот такая будет. Так. Хорошо, прекрасно. Что же будем делать дальше? А дальше мы будем делать то, что мы делаем серый цвет. Я возьму, здесь я плоскую кисточку взяла, а тут у меня всяких разных много. Возьму вот какую-то вот такую. Так, эту в белый я засуну, с белым. И промою ее хорошо. Вот эту кисточку. Пусть тут глазки подсыхают, но они должны подсыхать. И мне нужно теперь чуть-чуть черненького. Возьму совсем капельку и сделаю ее. Серенький, серенький цвет я помешаю. Сделаю, знаете, вот такими вот движениями я сделаю шерстку внизу шейки. Где-то тень, чтобы так вот она выглядела как-то. Ну, так как-то переливаться будет такая какая-то шерстка. Вот так. Ну, и где-то тут в теле тоже такие поставлю такие. Какие-то такие. Так, черный. Черный. Это же маленькая кисточка. Чистый черный цвет я теперь беру. Чистенький черный цвет. И наши пандочки черненькими я нарисую здесь. Так вот аккуратненько. Ушки. Ушки. Так, может побольше сделать. Раз. И с другой стороны тоже такое. Намечу себе ушко. Не обязательно там супер ровненькие.
Вот ушки такие у нас украшу. Ушки у нашей панды есть. Панда похожа на панду. Стала панда похожа на панду. И, конечно, черные глаза. Сейчас можно сделать вот так. Должно подсохнуть все. Должно все подсохнуть. Черных два кружочка. Так, я тут не подсохла. Будут сероватые. Вы можете подсушить. Вся краска все равно гуашь, она подмешивается. Если ее снизу цепляете, то она подмешивается. Вот видите, а здесь уже достаточно хорошо. Если долго там туда-сюда водить, то вода попадет на белый, и она смешается. Вот у меня один глаз вышел потемнее, другой посветлее. Ну, это мы потом исправим. Вот таких два. А здесь нос. Нос, смотрите, раз, два, три. Так, носик, ротик. Оп, сюда и сюда. Вот так вот. Лапки. Лапки я предлагаю сделать тоже два кружочка. Я возьму кисточку, добавлю. Ну, хотя с маленькой. Закончу с этой моей пупсенькой кисточкой. Я нарисую здесь, смотрите, тоже два таких каких-то вот кружочка. Пусть подмешивается. Это будут такие лапки. Лапки. И к этим лапкам я добавлю еще по три коготочка. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот коготочки. Примерно такие у нас лапки. Промываю хорошо кисточку. И красненьким цветом нарисую язычок. Язычок. Вот такой язычок будет у нашей пандочки. Здесь все пускай у нас подсыхает. А пока все это дело подсыхает, я возьму другую кисточку и нарисую нашей пандочке желтую корону. Желтый цвет я набираю. В палитрочке его смешиваю на кисточке. Вот он, желтый цвет. И давайте нарисуем корону. Раз. А пусть у меня здесь будет макушка. И здесь еще две. Это углы короны, как коронка идет. Раз. Что-то я запуталась, но пойдет в сторону. Значит, две полосочки по бокам. Вот так, раз, два. И одну тоже вот так соединяем. Такая вот у меня корона вот вверх. Забыла, как корону рисовать. 150 лет. Не рисовала корону. Вот, разукрасили. Такая корона. Королева панда. Корона. Сделаем свет-тень на короне. Свет-тень. Значит, тень я сделаю. Тень-тень, свет. Давайте желтенький подмешаем еще с белым. Тут у меня есть вот. Получится банановый такой. Ну, такой вот посветлее добавлю, чтобы посветлее было. Тенечек. И сделаю, давайте, на нашей короне свет. Так. Так, пускай будет. И тень. Тень, конечно, было бы неплохо. Мне это охру бы на тень там взять -то и добавить. И придется открыть еще охру. Ой. Когда рисуешь с головы, так-то оно и получается. Заранее не попланируешь процесс творческий. Идет и идет. И вдруг раз, и захотелось фиолетовый. Или что-то еще. Так, а охра я сделаю тень. Вот так вот. Чуть-чуть добавлю. Вот такой вот оттеночек. Тень. И, конечно, нужно еще охру сделать. Вот даже можно так половинку примерно короны. Подложить туда даже вот так вот полкороны. И в эту пол короны еще потом мы добавим блик. Можно тот же самый банановый еще сюда положить, так чтобы поблестяще она получилась. Раз, раз. Так, серенький, серенький нам идет на помощь. Опять под короной ложим серенький. Этот тень у нас от короны. В общем, так тут подсыхает все. Наша пандочка, знаете, давайте теперь мы возьмем и нарисуем ей до цветы. Да, возьмем до цветы. Вот желтый берем. Берем желтый, смотрите, на кисточку, да. И потом кончик этой кисточки вот так в белый. Вот здесь у меня я наматываю, вы можете просто окунуть так в белый.
И попробуем сделать такие цветочки. Смотрите, раз, два, три, четыре. Такой сбоку веночек. Чуть черный подмешивается. Промою опять. Добавлю белесого. Белесый цвет. Беленький. Вот сюда. Так вот. На тарелочку. И опять желтенький наберу на кисточку. Желтенький. И кончик засуну в белый. Так. И где-то здесь добавлю такой цветок. Раз. Два. Вот видите? Цветочек получается с белым краешком, да? А если... Давайте теперь возьмем синенький. Синенькую красочку. И то же самое проделаю. Беру синий. Синий набираю. Я тут с баночки беру. Тоже на кисточку его. И кончик прям в белый. Оп. Наберу. Прям. Оп. Что-то не хочет набираться. Не слушается. Сейчас послушается. Попробуем, что тут получится. Ну, просто в белый кончик надо. Так. Раз. Видите, получается? Смотрите. Два. Три. Такой цветочек. Ну, где-то можно здесь поменьше добавить. Какой-то вот так. Здесь лепесточек добавим. И красненький делаем. Такой же цветочек. Только давайте красненький сделаем так, что в серединке будет беленькая, а лепестки будут красненькие. Как же это сделать? Так, конечно, белый чистый я положу опять, чтобы синеньким не спутать. И наберу красненькую, смотрите, на кисточку красненькую намотаю, красненькую красочку. И красненькую тоже вот просто в кончик остренький делаю и в беленький вот так. Хоп, набрала, вот, набрала, вот. Вот, хорошо видно. И это все давайте сделаем изнутри теперь, да, нам нужно сделать это. То есть внутрь беленький, раз, два, три, четыре, ну как-то так. Здесь лепесток какой-то, здесь веночек такой надет на наши пандочки. И теперь наши пандочки листики добавим зелененькие, так, так просто вот где-то разбросаем, так как-то листочки. Нарядная стала, нарядная панда. Так, промыли кисточку, вернемся к нашему серенькому, который есть. И очень хочется сереньким цветом просто добавить еще. Наверное, все-таки добавим тень сюда, чтобы она была более объемная какая-то. Так. Можно, кстати, добавить вот потемней. Потемнее, вот прям серенький, потемнее, вот затемнее. И добавить это здесь. Вот тоже тень. Здесь на ушке. И свет. Значит, еще светленький. Светло-серенький, прям вот так. И чуть-чуть посветлее. Вот такие вот ушки наши пандочки получились. А, тоже надо же еще сделать здесь. Тоже какой-то тень. Так вот на лапах добавить. Можно под лапами прям тоже добавить тень. Аккуратненько вот так внизу. Хоп. Аккуратненько. Вот внизу чуть-чуть более объемный тогда не получится. И теперь нам нужно нарисовать, значит, наши глазки. Еще не подсохло у меня, надо, чтобы это все подсохло дело. И во всем этом я еще... Ах, совсем не подсохло. Вот, должно это здесь высохнуть. И надо сверху нарисовать беленькие такие. Иду посушу феном, сейчас вернусь. Так, все, ребят, сушила как могла. А чистенькую кисточку возьму, беленький наложу, вот прям с баночки. Возьму, да, наложу. Вот белый зрачок у нас должен быть. Вот, видите, сухая красочка. И все прекрасно. Беленьким ложится. Там не, туда-сюда не стоит подмешивать слишком сильно. Сделаю блик здесь, блик здесь. Добавлю блик на носики сразу. Вот так. Так. Блик на носики, чуть-чуть добавлю блик на ушко. И, конечно, где-то здесь добавлю блик на корону. Вот так. Пусть наша корона блестит. Так, иду посушу опять феном глаза. Нам остаются только зрачки. Мы вернулись. Теперь черный. Черный цвет. Берем черный. Кисточку поменьше беру черненький. И надо нарисовать зрачки. Черненькие тоже. Раз. Прям получается слой черный, белый, черный. Смотрите. Оп. Помните. И здесь тоже. И вот так. Вот такая.
Вот пандочка здесь черным подмажу чуть-чуть, потому что там подмешался, чтобы были кружки эти почерней. В общем, как-то вот такой веселый медведь панда у меня получается. Я думаю, что у него есть коротенькие усики. Все-таки какие-то коротенькие. Вот такие коротенькие усики. Чтобы на котика не стало похоже. Наша пандочка. Тинь-тинь-тинь. Ух, я думаю, что усики у нее есть какие-то. Я в реальности не видела. Но посмотреть внимательно на фотках. Ну, пусть будет такая. Вот такая вот пандочка. Кстати, давайте попробуем один такой способ. Я видела рисовать бамбук. Можно его попробовать. И как-то там брали, набирали зеленую красочку. Зеленую красочку. И смотрите, как-то вот так делали. Вели-вели, нажимали. А, наверное, вот так вот. Оп. И так. Оп. И как-то вот так вот. И в другую сторону. В общем, надо потренироваться. В общем, ведите просто плоской кисточкой, вот пространство оставляйте между. Между. Все вот прижимаешь. И вот так вниз. Ну, в общем, вот, так, вот что-то такое похоже на бамбук. Давайте нарисуем сзади, на фоне, чтобы было повеселее. Здесь подлиннее какой-то. Да, уходит. И здесь что-то тоже такое. Ну, похоже на бамбук. Похоже. Ну и где-то давайте сделаем здесь тоже такой. Прям все в буке рисовать не будем. Пусть с одной стороны будет бамбук. И здесь где-то может коротенький. О, ой, что же это такое? Раз. 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 И добавим вот такие. Бамбук-то бамбук. У него-то еще есть и листья. И добавим вот такие какие-то. Чуть-чуть что-то похожее можем добавить. Такие там у него. Листья мне не очень удобно плоской кисточкой. Возьму потоньше кисточку и нарисую. Тут какие-то такие листики. Элементы, похожие на листики. Пусть это будет наш бамбук желтый. Желтенький подхвачу. Помешаю. Вот, кстати, кисточка в зеленом. Желтым помешаю и сделаю на каждый такой еще. Смотрите, какой свет. Сразу засияет. И возьму еще вот желтый, еще вот давай добавлю еще какой-то вот рефлексик такой. Даже прям вот те листики. Хоп-хоп. Вообще вот какая-то пампа. Да, можно назвать, кстати, ее пампа. Пампа с бамбуком получилась у меня. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписаны. Веселая панда. Так, ну тут чуть-чуть так это смахивает, ну да. Ладно. И пусть панда наша смотрит. Пусть ее глаза оживают. Вот смотрите, как интересно получилось. Так что все, ребят, приятно, что вы проводили со мной время. Приятно, что вы смотрите мои видео. А еще приятнее знать, что вы действительно занимаетесь, развиваетесь и все остальное такое вместе взятое. Поэтому до новых встреч. Ребят, собиралась фоткать, и знаете, что я заметила? Кто заметит ошибку? Не ошибку, а что-то мы не закончили. Вот что-то в ней не закончено. Кто заметит, что это? А я заметила, это серединка нашего цветочка. Серединки. Мы забыли с нашим цветочком взять серединку. Я возьму желтый, просто вот красочку желтый. Добавлю нашу цветочку. Серединку. Смотрите, сразу красивее, правда? И здесь тоже наши цветочки. А здесь красную сделаю. Смотрите, еще каких-то подставлю каких-то точек. Смотрите, как классно. В следующем видео мне сейчас очень захотелось порисовать какие-нибудь классные цветочки. Или какой-нибудь цветочный пейзаж. Так, все, ребята. До новых встреч.